Aspetta, prima le valigie. Жалко, волос раскрутился. Сердце ёкает, девочки. Кстати, бусы, блин, это гастроли спустя 25 лет. Но как вы хотели. Твое от тебя не уйдет. Мне так всегда говорила моя сестра. Ребята, или рогац? Дела, дела. Ли. Девочки, я на каблуках, в своих единственных туфлях, видите, за 280 евро от Сваровски, дорого-богато, мои парадные единственные туфли. Не было утюга в этом самом, в гостинице. Сейчас одень пиджак. Видите, Рома, Гол Тиву, Лация Тиву, Рома 71. Ребята, которые сидят в зале, которые приходят на кастинг. Вот, вчера мы с ребятами сидели, вот видите, идут в ресторане с ними вчера дома. С костюмами, танцоры. Помните мальчика, да, вот, Микель, ой, мы всегда конфунду кун номе. Мануэль. А мальчик, который со мной вчера хотел все танцевать и танцевал, он, вот он пошел сюда, вот в этой группе. Он. Постоянно подходят, периодически говорят, чтобы мы держали дистанцию. Вот, напоминает постоянно. Продюсер. Красивый аксессуар. Мисс Тоскана. Фэшн модель. Спина дрита. Выпрямляем спину, животы втянули, лопатки соединили. Кто-то зашел сюда, кто-то по ту сторону. Ну ничего, ребят, главное верить в себя и почаще сюда ходить. Таким, в таком возрасте молодым. И все, все произойдет, и тоже будете с этой стороны стоять. Я уже жду, не дождусь, когда я пройду врача, окулиста, посмотреть, что у меня с глазами. Что вообще прям щурю встаю. Администратор, у меня, знаете что? У меня на мне заровская за 7 евро маечка. Заровский пиджак белый. Вот. И... Откуда у меня брюки? А, и брюки Китай за 16 евро. Я просто туда волосы, потому что у меня здесь сумка висит, они рвутся. Когда вешаешь сумку, она рвется, рвет волос. Вот, все, шапка у меня красивая, перчатки мои артистичные. В общем, короче, мне сделали комплименты, которые администраторы подошли, мальчики сказали, очень красиво, говорит, очень шапка красивая. И еще тоже, вот почему-то мужчины больше делают комплименты за шапку. Ну, за этот самый, за образ. Это очень красивый образ, прям шикарно это. Я, ну, понятное дело, выделяюсь. Здесь мы должны... Будем сейчас подписывать бумаги, мериться на корону. Красную дорожку, просто по ней не ходить, по этой красной дорожке. Мы ждем бумаги, чтобы заполнить. Должны вынести бумаги. Вот мы должны регистрировать, но у нас нету заполнить бумаги, надо на ковид. Расставляют ну, типа как бы линию живую, и будет идти приглашенный гость. Эмоции какие-то странные у меня. Подсознательно я понимала, что он, ну, не может все так закончиться печально. Вот. Но я не знала, как выкрутиться из этого говна.
Маски тоже снимать нельзя, здесь не разрешают маски снимать. Боже, не узнала девочка, вчера сидела с нами за столом, администратор. Не узнала ее. Красиво выглядит, накрашенная. Которая сидела напротив меня, помните? Мальчик, который со мной танцевать хотел. Кевин, ну не знаю, если его зовут Кевин или он сам себе подпишет Кевин. Вот, симпатичный голубоглазый. Молодые, перспективные, пользуйтесь своей юностью, не рассаривайте свое время. Если кому-то пригодится, как бы мое напутствие, все кому-то нужно. Не узнала я, не узнала. Ты фирмата для тут-то? Макс молодец, конечно, продюсер вообще. Немножко нервничает иногда, но нормально, нормально. Молодец. Центра. Входит, все. Добрый путь, девочки. Надо обязательно постучать будет по полу. Такой сразу стоит. Маска, видите, все в масках. Мою шапку просто комплиментами засыпали, мой образ просто засыпали комплиментами. Блин, я стихнула. Девочки, репетиция идет. Какая молодец, вчера сидела ниже травы, тише воды. Сегодня посмотрите, красотка. Девушка, которая меня, помните, красила. Боже мой, я не верю. Я не верю. Это надо было пройти столько говна в Италии, чтобы в итоге после 25 лет куда-то попасть вообще. Просто неважно. Сара, поведали твою ангелоджи. Помните, Сарина меня красила? Си, девочки, ну как это так? Ну как это? Это итальянское телевидение, это не мухры-мухры. Ну как это так? Столько пройти говна, унижения, разочарования, столько падений, столько получать больно по щекам, терпеть, когда тебе стучали больно по щекам, унижаться за 20 евро, чтобы потом в итоге немножечко расслабиться. Ну, то есть это не то, что у меня же не контракт здесь. Не подумайте, что я тут на телевидении работаю. Я просто приехала на телевидение на презентацию фильма. Но все равно это эмоция. Репетирует. Anticipo qualcosa, quando siamo in studio, ragazzi per favore, tutti zitti, quando siamo in studio, ok, sarà un addetto che sarà vicino alla lavagna. Rassicurava ciò che надо делать в самой студии. Fa battere gli applausi, vi fa vedere quello che fate, quello che dovete fare. Nel momento in cui fa così, significa più forte, dovete aumentare. Когда руки будут поднимать, вы должны хлопать сильнее. Se facciamo così. Если я сделаю так, то значит мы заканчиваем хлопать. Если мы делаем так, мы немножечко меньше хлопаем. Сначала только руки. Ну, какой мужчина стоит на качестве. Не, ну интереконашута вот же. Интереконашута. Сабелиссимо, Марда. Я тебя не узнала. Adesso terzo applauso. Qual è il terzo applauso?
Non esiste chi si scalcola, non esiste chi si tocca gli occhi, non esiste chi non sorride, non esiste nulla. Questa è un'opportunità. Se oggi non fate la telecamera da voi, Говорит, не будут больше снимать тех, кто не работает на камеру, не хлопает, не улыбается, не удивляется. Чем больше вы играете лицом, руками, ногами, эмоциями, тем больше вас будут звать участвовать в программах. Ну, как публика, но тоже прикольно. А фатаи апостол? Dove si siede? Non penso in questi posti qua. Allora prendi la seggio. Vieni, prendila. Наконец-то, я на телевидении за кулисами.